Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Ходячие мертвецы выжившие». Так. Майя. А что, у нас не по-русски? Ходячий. Гарден Стрингс должен быть впереди. Вперед! Нифига, тут зомби уже говорят даже. И что у нас тут происходит? Йо! А! Тихо-тихо-тихо. Трындец, автобус перевернулся. И зомби. Черт, конец нашему автобусу. И к нам движутся ходячие. Мы все умрем, о боже, что нам делать? Держите позиции и сражайтесь. Тогда готовься к бою. Давай завалим как можно больше ходячих ублюдков. Я полностью согласен. Так, тут кто-то прибежал, я вижу. Видишь, что тут паренек? Шевелитесь. Найдите хоть что-нибудь. Может, сторожевую вышку. Нужно забраться повыше, иначе нам крышка, говорит Езекиль. Так, а вышка сторожевая. Это тонкий намек, да? А, смотри, он сам побежал. Садится на вышку. И мы тоже побежали. Так. Нашествие волны зомби написано было. Так, что мы тут должны с тобой сделать? Я так понимаю, отстреливаться. Окей. Выбрать. И что, вот сюда поставить? А, на вышку, окей. А куда он побежал? Эй, дурачок, куда побежал-то? Зашибись, я его поставил на вышку, он взял след с нее и побежал. Сбитый, с бейсбольной. Так, ну давай тебя поставим сюда. Как-то игра наполовину на русском, наполовину не на русском, непонятно. Ладно, она, ребят, только недавно вышла, буквально только 2 дня назад. Может быть, еще подкорректируют все как нужно. Но в данный момент мы отстреливаемся. Оу, динамит. Ёлки-палки. Хорошо так бумкнуло, мне понравилось. Спасибо, что спас нас, незнакомец. Ты местный? Моя разведгруппа отслеживала сигнал бедствия. Мы наткнулись на ходящих, и моя группа... Короче, я не хочу об этом говорить. Сигнал бедствия? Это не от нас. Получается, тут могут быть и другие выжившие. Я помогу вам, пока не смогу безопасно вернуться в Александрию. Если здесь есть выжившие, мы спасем их. Ох ты. Часть первая. Выжившие. Уже почти ночь. Мы никогда не сможем спасти, пока не позаботимся о самих себе. Нам нужно убежище. Вижу станцию вещания неподалеку. Но она в дерьмовом состоянии, нужно укрепить ее. Давайте искать припасы и инструменты для работы, пока совсем не стемнело. И я вас прикрою отсюда. Этот Езекиль мне напоминает чем-то Глена. Так, что тут написано? А, добыть древесину? Ага, все, нормуль. Вот, значит, как эта игра будет у нас выглядеть. Так, а он пошел в дом искать что-то. Мне попалось что-то полезное. Древесина. Нашел кое-какие инструменты здесь, но никакой древесины, даже маленькой дощечки. Тогда будем добывать древесину по старинке. Придется довольствоваться всем, что сможем найти. Так, сюда. А здесь не переведено, непонятно. Это Рик, ребята, да? Старый добрый Рик. Уэйн, назначить. Ага, он будет стройкой заниматься у нас пока. Окей. Так, работа. Назначить выжившего на хижину работника. Так, собрать 20 древесины. Это мы с тобой сделали. То есть получаем награды. Питание. Темнеет. Нам нужно поскорее починить ту станцию вещания. Так, построить станцию вещания. Это вот это, да, здесь? Так, мгновенный ремонт или... Да я лучше отремонтирую, мне минутку подержать несложно. Так, Езекиль пока отстреливается, да? Вон они периодически появляются. Все отремонтировано. Мощь строительства плюс 26. Я подлатал станцию вещания. Стойте, черт возьми. Там что-то есть. Еще один шаг, и я убью. Слышишь меня? Ты не будешь моим первым. Воу-воу-воу. Мы тебя не тронем. Это ты отправила сигнал бедствия?
Моя сестра Нова, она сказала мне спрятаться здесь и просить помощи по радио. Сработало. Я спасла всех. Мы не знаем, кто или что там. Но если там твоя сестра, мы найдем ее. А пока сможешь показать мне, как эта штука работает? Так, люди где-то там. Завербуйте выжившего. Так, завербовать. Вау. Так, смотри-ка, тут у нас елки-палки выживших, и будет их очень много. Так, хорошо, у нас почему-то нам достается Карл. Хотя мы с тобой общались вот с этой девочкой. Ну что, вербуем. Угу, сын Рика? Стойкий. Не называйте его пацан. А я его уже раза три назвал пацаном. Ну что, подтверждаем. Спасибо, что разрешили мне присоединиться. Да без проблем, бро. Эй, Вейн, у нас осталась еще древесина. Мне куда спокойнее спать ночью здесь без огромной дыры в стене. Глен прав, Вейн. Нам нужно защитить периметр. Нужно отремонтировать стену. Да какие вопросы-то? Так, ремонт, минута, конечно. Давай делать. Ага, ремонт, древесины нету. Давай-ка, родная моя, добывай древесиночку. Так, отремонтировать, сейчас отремонтируем. Древесину добываем потихоньку. Тут у нас, я так понимаю, территория будет потихоньку-потихоньку расширяться. Так. Нет, останавливать я ее не хочу. Тут надо будет все поменять, никнейм и тому подобное. Так, ну что, добыли. Теперь можно отремонтировать. С повозкой он бежит сюда. Надеюсь, говорит, со всеми все в порядке. Починили, да? Вау. Нормуль. Стена починена. Так, отремонтируйте стену. Это нас пока, ребята, обучает, я так понимаю. Так, получить награду. Получить все. Вау. Периметр укреплен. Как раз вовремя. Остаемся здесь, народ. Уже почти ночь. Мне кажется, ночью здесь будет, наверное, нападение на нас. Иноземцы, часть вторая. Доброе утро. Хорошо спалось? Да, спасибо. Серьезно. Я спал очень дерьмово. Пардонте, мой французский. Кстати, раз уж заговорили о дерьме, что за дерьмо здесь произошло, детка? Вейн, веди себя прилично, твою мать. Рори, не обращай на него внимания. Ты можешь рассказать нам, когда будешь готова. А пока... Мой папа, он в ратуше. Он сказал вернуться за ним, когда вокруг будет безопасно. Здесь уже безопасно? Не уверен, что здесь пока безопасно. Так, древесину. А вот это что у нас такое? Так, мы что-то новенькое с тобой ищем. Мне попалось кое-что полезное. Так, это что такое у нас? Ну, я понятно, я вижу древесину он нашел. Блин, ты посмотри, они по всему периметру, ребят. Я надеюсь, они не сломают мне ворота. Так, что у нас тут? Восстановить человечество. Отремонтируйте ратушу. Так, это ратуша сердца вашего города. Вам нужно всего лишь отремонтировать ее. Ну, давай. Все мертвы. Вся чертова ратуша кишит ходячими. Мы не можем сказать Рори, она... Все в порядке, я уже привыкла. Я справлюсь, обещаю. Рори. Одна из наших сторожевых вышек была разрушена во время набега. Кто-то из вас должен починить ее. Я останусь здесь, я и позабочусь о моем папе. Так, куда-то мы должны с тобой восстановить человечество. А, вышку восстановить, да? Хорошо, я поставлю его сюда. Строительство. Так, видимо, потом у нас будут вышки эти улучшаться, да? Скорее всего. Так, строительство завершено.
Заметил что-нибудь в той сторожевой вышке, Глен? Нет, ничего нету. Чего? Они движутся через холмы, где-то в 2 милях от нас. Большая стая, господи, слишком большая, чтобы мы могли с ней справиться. Нам нужна армия. Тогда мы соберем армию, Уэйн. Помоги мне со станции вещания. Нам нужно усилить сигнал. Нам нужно больше солдат. Ё-моё. Обновление. Коснитесь, чтобы получить больше. Так, секунду. Новое, это что еще такое? Кто это? Так, а нам недостаточно, ребята. Мы не сможем его вербовать. Станция вещания. Чего нам не хватает? 50 древесин. Сколько у меня древесин? 0. Давай, добывай. Срочно нам нужна древесина. 50 штук. В 2 милях, ё-моё. Кишит их. Просто кишит здесь, ребята. Так, Гленыч стоит. А ты-то у меня что там делаешь? Хижина работника. Блин, они потихоньку идут, ребята. Падают. А, мы их убиваем. Сколько там древесины? Мало, этого мало. 22 штуки, это фигня полная. Рик, ты бы чем-нибудь занялся бы? Или ты так просто прогуливаешься здесь? Наслаждаешься, так сказать, да? Пейзажами. Подробности. Так, амбар для вещей. Полицейский участок. Ферма, ничего себе, полицейский участок здесь еще будет. Хей. Круто, значит, по идее, наша база будет расширяться потихоньку. Ага, это откроется в 3-й части машина. Понял. Ну, давай, давай, родная, еще немножко есть. Что нам там нужно? Да подожди ты. Улучшить. Давай. Сейчас, секунды тут останутся. 3, 2, 1. Есть. Станция вещания улучшена. Так, мы отремонтировали. Антенна отремонтирована. Мы можем увеличить дальность действия сигнала. Надеюсь, кто-нибудь услышит. Попробуй, Рори. Проверка 1-2. Если вы слышите это, значит вы живы. И вы нужны нам. Garden Strings нуждается в подкреплениях. Так, завербовать. Ну вот, 200 еды нужно. Это Шейн. Новые выжившие, друзья мои. Здоровье всех бойцов. Ого, плюс 7, 18% максималка. Конечно, подтверждаем. Спасибо, что разрешили мне присоединиться. Не за что, бро. Ты нам нужен. Получаем еду. Тренер, тренер, о боже, тренер, ты жив. Рори, милая, слава богу, ты в порядке. Где Нова, где остальные? Она ушла за помощью, и она... Иди сюда, дорогая, я с тобой. Больше тебе не нужно быть смелой. Можно расслабиться, со мной ты в безопасности. Жаль прерывать ваше воссоединение, но к нам движется огромная стая ходячих. Умеешь обращаться с этой пушкой, тренер? Раз до сих пор жив, значит, кое-как умею. Просто скажи мне, где засесть? Так, где ему засесть? Ребята, ребята, идет! Идет, блин! Толпа. Так, подожди, нам нужно что с тобой сделать? Нам нужно расставлять, ведь так ведь? Так, иди сюда. Рик, давай сюда вставай. Ё-моё. Так, нам нужно с тобой, я так понимаю, защищать ратушу. Это самое главное. Так, это снайпер у нас. Ее можно сюда поставить. А Шейна-то куда вставить? Нету для Шейна вышки больше. Ой-ой-ой-ой, сейчас сломают, ребята, врата. Ух, ёп. Шейн, иди сюда. Подожди, я не могу. А как быть? Блин, вон же вышка. Мой навык готов. Какой у тебя навык-то еще? А, коктейль молотов у тебя навык. Блин, сейчас вышку, ребят, нам сломают. Я не вижу Вейна. Где он там дерет? А, вон он, вижу, вижу, ребята. Теперь я его вижу. Фига тут же рабасина, посмотри. Я его поджарю еще разок.
А тренер-то где, блин? Почему я не видел тренера, чтобы он помогал нам? Так, получаем еду с тобой. О, защита у нас прошла успешно, поэтому наградушки забрали. Ух ты, чувак. Крутой, видимо. Мы их остановили, черт возьми. Мы их остановили. Пока мы в безопасности. Но это временно. Тогда что будем делать? Я не готов просто так сдаться после всего, что случилось. Собираем еду и припасы, ремонтируем поврежденные участки и готовимся к следующей волне. Мы возродим Garden Springs. Часть третья. Утраченная невинность. Тренер, что тут стряслось? Мне всегда казалось, что Garden Springs самое безопасное место. Оно было таким, пока не пришли спасатели. Они вымогали у нас припасы, затем атаковали нас, снесли наши стены, сожгли наши посевы. Жители, которые пережили набег спасателей, остались наедине с ходячими. Если бы мы только были готовы сражаться. Мне так жаль, тренер. Теперь мы поможем вам. Мы подготовим армию. Никто не сможет снова занять Garden Springs. Так, а нам что теперь делать? Ага. 40 древесины, понял. Нужно добывать древесину. Знаешь, что самое обидное? Мы когда всю древесину у нас на территории выкосим, что будем делать-то без нее? Скажи-ка мне на милость. А что вот тут вот такое? В атаку. Ну давай. Ускорить. Время строительства. Так, достигните ратуши 4-го уровня. Так, девчуля что-то не пойму, что делает. А, она сидит, короче, за рацией, да? Призывает выживших, короче, к нам. Это древесину добывает. Так, ладно. Это Вейн у нас, да? Я почему-то думал, что это девчонка у нас добывает древесину. Опа. Пожарная часть, заброшенная. Старая пожарная часть, идеальное место для тренировки бойцов ближнего боя, исследование. А, этим занимается Рик. Будем теперь знать, что Рик занимается исследованием. О-оу. Мощь 280. Слушай, а где у нас написана мощь именно нашего отряда? Я пока сейчас не знаю, что такое. Мы с тобой все добыли? Ремонт делаем. Это что-то новенькое у нас с тобой строится. Сейчас посмотрим. С каждым днем мы становимся лучше. Так, что же это такое у нас? Площадь. Фаланга обновления. Что это такое? Так, получаем с тобой еду. Осторожно, тренер, будь рядом. Вижу пару ходячих возле той пожарной части. Джордж и Холли. Что? Их звали Джордж и Холли. Я знаю большинство ходячих здесь. Дайте я разберусь с ними, я быстро. Вот это что ли Джордж и Холли? И что ты прикажешь делать? В атаку. Назначьте выжившего главой команды в отряде. Назначьте Майю сюда. Майю. Ну, предположим, я возьму Шейна. После назначения Майи лидером в вашей команде может быть больше бойцов. Что я делаю, черт подери? Поехали. Поход у нас, короче, ребята. Мы там начали. Победа. Зона открыта. Оу, так у нас присоединилась зона-то. Черт, вечно что-нибудь случается. Так, тут у нас тоже можно, ребята, сделать разведочку. Мне попалось что-то полезное. Что же там тебе попалось? 30 еды. Шикарненько. Так, убейте выродков. Ох, ядрить! А, вот тут как, ё-моё! Трындец, друзья мои. Искать ходячих. Не хочу я никого искать здесь. Это, ребята, мне знакомы такие игры. Это
Это же враги. Вот мой город. Ты посмотри, сколько меня тут окружает противников. Это альянсы и все тому подобное. Да, да, ребята, это именно из такого жанра игра. Так, ладно, пускай будет поиск. Атака. Поход. Я там на конях. На конях выскакали. Нормально, да? Я надеюсь, мы справились. Вроде как справились. Спасибо, что расчистили дорогу. Это место стало выглядеть гораздо лучше. Хотела бы я остаться. Подожди, ты что, уходишь? Мы ведь только начали. Дорога свободна, и если я стану здесь, моя жена меня, наверное, убьет. Надеюсь, наши пути снова пересекутся. В Александрии пригодились бы такие союзники, как ты. Береги себя. То есть нас чувак покинул, получается, да? Нас чувак покинул. Тут-то что такое? Награда. Окей. Так, мы можем с собой завербовать Роди. Так, производство овощей на 0,92% максималку. Так, спасибо, что разрешили мне присоединиться, да ни за что. Так, ратуша третьего уровня. А как ратушу повышать по уровню? Не знаю пока. Подожди, ратуша. Ратуша вот у нас, да, получается? Или, да, ратуша. Ну-ка. 170 древесины, понял. Так, теперь почему-то девчонка побежала у нас добывать древесину. Ни шагу назад. Ага, ремонт. Давай делать. Это же мы с тобой захватили. Это тренировочный центр, насколько я помню. Ну, сейчас посмотрим. Так, отремонтировать, конечно. Пускай делает. Так, наша мощь потихонечку растет. И что у нас тут? Коснитесь, чтобы получить больше. Уровень 3 разблокирован. Так. Обучите одного бойца ближнего боя. Обучайте новых бойцов ближнего боя в пожарной части. Бойцы могут защищать город или нападать на врагов. Ага. Подожди, там не хватает еды. Соточка, но этого мало. Фига, мы даже зомби почему-то там, ребята, можем. Это что такое? Две минуты к чему? А, у нас есть рюкзак. Ускоряет все, понял. Элитное перемещение. Карта для изменения имени. А вот этих можно, например, вольнуть? Можно. Поход. Смотри. На! Опа! Мы с тобой нашли еще два домика каких-то. Отличная идея, тренер. Это старая больница в хорошем состоянии. Да, немного подгорела. Но хотя бы спасатели не разграбили ее. Я уверен, запасы оттуда нам очень пригодятся. Давайте подлатаем того бойца. Так, да, действительно, это медицинский центр. Нашли мы с тобой. Попалась еда нам. Так, подожди-ка, надо кого-то на древесину, ребята, поставить. Потому что древесины у нас мало. Так, а что здесь? Пока не знаю, ребята, но это все у нас. Мы можем мгновенно с тобой закончить. Квартира. А квартира нам что дает? Подробности. Так, размер группы обучения плюс 1, скорость обучения 1,5%, лимит потребления овощей 15 тысяч, лимит воды 15 тысяч. То есть, ну я так понимаю, это где выжившие будут у нас жить просто-напросто. Обучение, давай. Обучай. Боец
с дубинкой. Но на самом деле он, по-моему, с каким-то... Не с дубиной, а... Клин у него в руке на самом-то деле. Ладно, пускай обучается пока. Кол, клин, что-то такое. Так, здесь мы получаем с тобой... Будьте начеку, народ. Это не учение. Сохраняйте строй, не расходитесь. Брэндон, держи оборону. Тут неподалеку была небольшая клиника. Ничего особенного. Но мы называли ее больницей. Неплохо бы начать с нее. Так, мы, по-моему, как раз-то ее и нашли. Вот же она. То есть мы с тобой и вот это можем, да, я так понимаю, захватить. Так, поход. На-ка. И это присоединяется к нам? Так ведь? Да. Зона открыта. Ну, давай проверим, что у нас тут в машине в этой. 14 гемов. И все? Тут еда, я смотрю, лежит. Так, и зомби. А зомби мы с тобой как бы сжигаем, типа, да? Еще 2 минуты. Так, интересно, на этом автобусе есть что-нибудь? Это же наш автобус, который перевернулся. Сейчас мы посмотрим. Исцелите бойца. О, еще один из гемов. Так, подожди, исцелите бойца, это как? У нас еще не построено, да? Ремонт. Надо отремонтировать для начала. А, 180 древесины. Это древесину, а это будет у нас собирать с тобой питание. Там тренировка идет вовсю. Так, сейчас мы заберем еду. Соточка. Ну, с едой у нас пока, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Так, опыт. Прекрасно. Вышки эти тоже можно будет как-то, ребята, 100% улучшать. Но дерево кончится, нам придется где-то брать с собой ресурсы и идти на вылазки, наверное. Этот гад заставил меня делать всю грязную работу. А вот эту тачку можно, интересно, проверить? Можно. Что там у нас? Еще 6 гемов. Так, мы закончили с тобой ремонт. Теперь давай по-бренькому подправим, так сказать, ее. И вот она. О, как выглядит, ребят, больничка наша. Так, это что такое? Только один раз. Нет, не хочу. Донаты ваши. Вылечить. Так, ну допустим. Вылечено 4 бойца. Че себе. Так, забираем награды. Получить все. Вот это что такое? Блин, даже не дали. Не... Непонятно, ребят. Опа! Knock-knock. Ребята, вам бы следовало поработать над своей охраной. Любой может зайти к вам как к себе домой. Ты кто такой, черт возьми? О, нет, это Дуайн. Спасатели. Похоже, моя репутация идет впереди меня. Как он правильно заметил, меня зовут Дуайн. И я действительно спаситель. Конечно, спасение не будет бесплатным. Предлагаю сделку. Мы берем у вас половину всех запасов каждый месяц. Всегда. Пошел ты. Можешь взять половину моих яиц, если хочешь. У меня их как раз 2. Прелестно. У вас есть 2 вечера на раздумье. Я уже уничтожил Garden String раньше. С удовольствием сделаю это еще раз. 4-я часть. Стоит рискнуть. Он даже крошки хлеба не получит. Ты слышишь меня, Майя? Мы не отдадим ему ничего. Тише ты, он прямо за воротами. Не надо провоцировать его. Мы не можем дать спасителям выиграть снова, тренер. Мы должны сражаться. Мы будем сражаться, но не сейчас. Нам нужно стать сильнее и побыстрее. Больше защиты, больше огневой мощи, больше всего. За работу! Так. Убить выродков.
Искать ходячих. Ой. Общий уровень. Ну, давай. Давай вот второго уровня с тобой попробуем найти. В плане, сперва победить ходячих уровня 8. Вы серьезно, что ли? Вот, вот этих могу атаковать. В поход. Так, пока они там идут, мои ребятульки, мы с тобой, наверное, вернемся на базу. Что вот это такое? Эпическая медаль навыка. Используется для улучшения эпического навыка выживших. Так, тут война идет у нас вовсю. Победа! Так, они возвращаются. Так, улучшить ратушу до 3 уровня. Блин, древесины не хватает. Так, давай рубить древесину. Все, кто свободен, пускай рубят. Есть еще свободные? Так, нету, все выжившие заняты. Ну и ладно. Так, древесину мы сейчас с тобой добудем. После сказали, нам надо улучшить забор. Чтобы изучить эту... Да нет, мне не зону. Так. Перейти, стена второго уровня. 170 еды нужно. Сейчас мы с тобой улучшим стену. Блин, как же вы долго собираете древесину-то, а, ребята? Так. Что там, один выживший свободен стал? Давай-давай, собирай древесину, девчуля. Рокки, или как там, Рори. Вот, отлично, давай улучшать. Так, улучшим с тобой стену. Ну их тут дофига, этих чуваков, конечно. Пришло ко мне. На машинах все дела, да? Так, стену мы с тобой улучшили. Это плюс. Воу-воу, Мишон, ё-моё. Только один раз я хочу, ребят, Мишон. Смертельно в бою. Эх. Вот она как улит, ребят. Да, девушка без компромиссов. 99 рублей взять, что ли, а? Так, ладно. Ух ты. Чего нам не хватает опять? Все есть. Улучшаем нашу ратушу. Давай, Вейн, быстрее, быстрее, быстрее делай. Отлично. Так, амбар для овощей, полицейский участок и ферма. Все, что теперь мы можем с тобой делать. У спасителя есть большие пушки. Я не думаю, что от моего молота будет много толку. Нам нужно настоящее оружие и побыстрее. Здесь неподалеку был полицейский участок. Нужно будет пробраться мимо спасителей. Но зато там есть все, что нам нужно. Так, сюда, да? Давай исследование, срочно. Так, пока у нас идет исследование, я, знаешь, что хочу? Я, наверное, пособираю древесины. Давай, 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 добывай. Так, ну. Атака, конечно. Улучшайте выживших, чтобы повысить эффективность отряда. Ну-ка, улучшить. Выжившие. Так, существуют разные способы повысить мощь. Общая мощь 532. Так, глобальный эффект. Здоровье всех бойцов. Угу. Улучшить. Еще улучшить. Больше не могу, к сожалению, ребята. Пока совсем еще не очень разбираюсь, что тут происходит, ребят. Так, ну я знаю, что мы с тобой захватили подсельский участок. Мы должны, наверное, его восстановить теперь. Сколько он там требует? Вот он, полицейский участок. Спасители забрали почти все тяжелое вооружение. Но для начала сойдет. Нам нужны эти пушки, тренер. Зачистить территорию и хватайте все, что можете.
Так, ну, во-первых, нам нужно забрать, да? Починить 250. Ну, я тебе говорю, что древесина всегда нужна будет. А вот это что такое? А, завербовать. Мы уже можем вербовкой заниматься. Так, Рос. 1000 еды, ребята, он не обошелся. Производство древесины плюс 1%. Окей. То есть древесинка уже будет быстрее добываться. Ух ты, еще что ли один? Так, нам нужно станцию вещания улучшить до 3 уровня. А чтобы ее улучшить, делаем. Делаем так. Тут древесина добывается. Тут все окей. Так, что у нас там? Так, здесь отремонтировать. Да блин, не хватает древесины, пока добываем. Ну, здесь закончили. Секундочку, вот тут еще есть дерево. И... вот это что за забор такой, не пойму я. Разбирайте его. На деревяшке. Отлично. И вот эту тоже вывеску на деревяшке разбирайте, потому что ну, бесполезно они тут. Подожди. Давай. Или что-то там, сбор что-то делаешь? 4 гема. Окей. Значит так, нам нужно восстановить полицейский участок. Тут еда валяется, тут древесина, вон, прям на земле лежит. Собирайте, конечно. Так, а этих сжигайте. О, даже вот тут можем с тобой пошуркаться. Так, ага. Еще 9 гемов. Что у нас в полицейском участке? Обучить. Ох ты. Лучник. 300 еды. Я хочу, ребята, его обучить. Лучник нам нужен. Так, нет бойцов для повышения. Понял. Хотя бы лучник будет. Так, мы с тобой можем новую территорию обследовать. Так, ферма. Конечно. Рик побежал, короче, исследовать ферму. Полицейский участок зачищен. Давайте начнем тренировать снайперов. Дай мне оружие, тренер. Я не могу выжить там с одним лишь ножом. Я не дам тебе оружие, Рюри. Ты еще ребенок. Что бы сказал твой отец, если бы я дал тебе пушку? Мой папа мертв. Но Нова все еще там. Мы должны найти ее. Мы обязаны. Я не могу просто сидеть и ждать. Но я не могу заставить тебя перестать искать ее. Но я могу хотя бы научить тебя защищаться. Бери оружие, начнем занятие. Так, здесь забираем. И здесь получаем все. Опа. Что происходит в Garden Strings? Вы должны были вернуться несколько часов назад. Я работаю над этим. Давай быстрее, тут есть кое-какие проблемы с одним поселением в Александрии. Мне бы пригодилась твоя помощь. Не волнуйся, к закату Garden Strings или будет нашим, или сгорит к чертям. Цена войны, 5-я часть. Так, мы с тобой здесь нашли. Темнеет, Майя. Если мы собираемся атаковать, нужно атаковать сейчас. Еще рано, мы должны использовать все время, что у нас есть. Вейн, у нас есть только одна попытка. Если проиграем, то погибнем. Мы не можем облажаться. Согласен. Ох, елки-палки. Так, этих надо убрать отсюда. Гаденыши этих, пускай разберутся с ними. Окей. Что у нас тут? Так, это все мы с тобой проверим. Я вижу тут еды. Неплохо лежит. Так. Все забираем. Так, я могу здесь? Ага. Теперь нам нужно с тобой отремонтировать. Соточка древесины здесь. Соточка здесь. Чего? Нет, 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 зачем получить новую очередь? Так, 30 древесины сюда. Этих сжигаем. Тут шмонаем. Тут все-таки надо ремонтировать. Что не так-то? Я не пойму, что им не нравится вот здесь вот по поводу ремонта. Все. Побежали.
Так, где-то у нас опыт. Получить. Так, сборы радио. Мы можем их атаковать, в принципе, да? Опа. Отлично, лучничка мы с собой сделали. А можно еще кого-нибудь обучать? 300 еды. Ага, еще одного лучника, да? Типа я делаю. А, тут стрелки и ближники есть. Для того, чтобы, например, кого-нибудь другого. Что нужно? Ух, ё. Тут, видишь, можно... Для чего мы с тобой вот эти искали? Вот нажимаешь их, да, и... За рекламу, я так понимаю, наверное, или как? Использовать. Ага, это как бы ускорение, да, обучение получается. Вот я хотел посмотреть про снайпера. Ёлки-палки. А, полицейский участок 13 уровня, все, я понял, вопросов нет. Тут полицейский участок 4 уровня. 8-го, 13-го. В общем, в наших интересах, ребята, прокачивать полицейский участок. Угу, нужно очень много древесины. Что-то темнеет, по-моему. А что за фаланга? Мир. А, это выход. Так, убить выродков. Вот они, да, выродки. Давай в атаку. Улучшить. Повышение уровня. Так, новый навык. Пистолет. Все, получается, да? Так, есть шанс 30% нанести 112 урона первой случайной вражеской команде и снизить ее защиту на 7% на несколько раундов. Вот так вот. Но в поход все равно я почему-то не могу отправить их. Почему, пока не пойму. Ага. Цель воспользуюсь щитом, я не могу их атаковать. У всех щит стоит. Даже на моем городе, ребята, щит. То есть, ну, я вам говорил, эта игра вышла 2 дня назад. И тут я вижу только 6-й, 7-й, 11-й уже уровней. Ту-ту-ту-ту, да, тут жестко. По выживанию-то будет. Так, ладно, я все равно пока не могу ничего сделать там. Так, улучшить ратушу смогу. Блин, стена 3-го уровня теперь нужна. Могу, ребята, улучшить стену, кстати. Пускай стена улучшается у нас. Блин, я, наверное, все-таки возьму, ребята. Шеннон. ₽100 стоит всего лишь. Пш, надо брать. Так, друзья мои, я купил ее. Шеннон. Почему я назвал ее Шеннон, если она Мишон? Так, 200 тысяч очков навыка. 5 тысяч. О, тут неплохо с ним давали. Книжечек. Да, иди сюда. Будешь мне помогать. Так, эту вывеску-то что, мы не разобрали до сих пор еще? Так, вот это вот. Все на деревяшке разбирайте. Так, древесина-то фиг с ним. Хотя как раз древесины у нас и нету. Что у нас тут на почте? Система. Уважаемый игрок, благодарим за покупку Мишон. Мы добавили содержимое покупки в ваш аккаунт. Ниже приведено описание содержимого. Все, я понял. Так, что-то мне там... А, полицейский участок. Сейчас, секунду. Для того, чтобы прокачать, нам не хватало там немножко, по-моему, да? 1,3. Ого, немножко, блин.
Новые территории есть? Есть. Я вот вижу здесь, ребята. Так, а нам нужно ратушу прокачать, чтобы можно что-то новенькое было открывать. Так, для того, чтобы прокачать ратушу, нам надо 320 древесины. 320 древесины. Чего же вы так долго-то все собираете-то? Добротная хижина строительства. Хижина работника. Так, ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим. Конечно, нота не очень хорошая, потому что у наших ворот стоят враги. Тут еще, я смотрю, какая-то штука есть. Купить сегодня еще один раз. Пробуждение героя. Так, это что у нас тут? Ага. На халяву получили с собой награду какую-то. Доступно каждый день 600 и всего 5200 гемов. Так, бесплатная доставка. Ежедневная, да, получается? Ладно, ребята. Если у вас будет желание посмотреть дальше, что она из себя представляет, в принципе, как у меня, пишите, ребята, об этом в комментариях. И будем потихонечку смотреть. Но мне кажется, тут будет жестко. Наверное, очень много всего будет зависеть от доната, скорее всего. Ну ладно, поиграем, увидим. А на этом пока все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.